И доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и зрители канала, с вами вновь Фичи. И сегодня мы, хотел сказать, продолжаем какое-нибудь прохождение, но нет. Сегодня я приветствую вас в очередном выпуске нашей далеко не регулярной, но все-таки выходящей рубрики «Давайте пощупаем». И опять же сегодня, да я это слово уже много раз сказал, так вот, мы посмотрим игру The Lance, то бишь копье пика, что-то такое. В некотором роде эту игру можно назвать, я не знаю даже, может быть симулятором рыцаря, может быть более точно, если говорить, симулятором рыцарского турнира, что более так подробно будет отражать суть игры. Но, в общем-то, это браузерная игра, судя по всему, на технологии Flash сделана. Она простенькая, но между тем может помочь вам скоротать какой-то период времени и занять себя чем-то, когда вы чего-нибудь, собственно, ждете и вам хочется поиграть, и особенности вам не хватает как раз-таки рыцарских турниров. Ладно, давайте не будем тянуть, нажмем play. Так, Armor Games, все дела. Хорошо. Так, и что же... Ссылка, кстати, на игру будет в описании. Сейчас я могу ее дать, поскольку это, как я уже сказал, игра в браузере, и элементарно никаких нарушений прав, соответственно, не будет. Так, новая игра. Ага. И нам предлагают, в общем-то, написать имя нашему рыцарю. Ну, что вполне нормально и логично. Все-таки... мы же ж прибыли сюда как-то. Ну, давайте, я не знаю. Пусть он будет. Я думаю, приставку Сир ему и так дадут, на самом деле. Вот, Сир Агроном. А что, вполне нормально. Мало ли какое имя там родители оригинальными были. Сир Агроном. Все, придумал. Начинаем. Так. A lone warrior fills down the bloodline. Ага. Значит, турнир, все дела. Турнир проходит. Вот. Чемпион и победа, в общем-то, копье, да. Понятно. В общем, как я и говорил, это рыцарский турнир, и тут соревнования проходят традиционно. Вот есть дорожка для разбега, и нужно сбить соперника копьем, пикой. В общем-то, вот. Так, have fortress take the breath, my champion. Prove yourself fair breath, my king's first. Да, знаю, мой английский ужасен, но в данном прочтении был. При чтении данного текста. Ну, какая разница, в конце концов, мы ведь главное сделали. Мы придали эпичности чтению. И давайте продолжим. Press space to continue. Так, и... Сир Агроном против, я не понял кого, ну и неважно. Так, чардж, и... Клик-клик-клик-клик-клик. А, я понял. Нужно кликать. Все, понял, я увидел. Спасибо. Ну, пробел. Эй. Па-па-па-па-па-па. Игра, что ж ты тормозишь-то так? А, пока, видимо, обучение пройдет, это вообще кошмар. А, извиняюсь за такие лаги, и с чем это вообще связано, я без понятия, что такое. Возможно, стоило понизить, может, качество. Вот так, попробовал снизить качество графики в игре, и может быть это нам на самом деле поможет. Извиняюсь за пролагивание, не ожидал, что такая канитель будет от флеш игры. Так, в любом случае, я понимаю, нужно целиться. Эх, куда мы попали ему? Все, да, вроде качество снизил и нормальнее стало. Что дальше? Master your equipment. To make it more powerful, buy better equipment to the shop. Ну, понятно, значит, мы прокачиваем различные тут штучки, открываем новые, не знаю, возможности, повышаем себе в том числе
уровень нашему сэру-агроному. Да. И в соответствии со всем этим сможем, видимо, вот за золотые монетки закупать новое обмундирование и побеждать более крутых рыцарей. Хорошо. Так, что мы получим? Что мы получим? Что мы получим? Мне интересно. Не знаю, но мы можем выбрать следующий раунд. Можем выбрать апгрейд. Давайте апгрейд. У нас есть 209 золотых, да. У нас тут инвентарь. Ага. Всякие штуки. Закуплено. Ага. Вот, это магазин так устроен. Хорошо. Давайте, может, лошадку новую возьмем? Нет, пока что лошадку мы не можем взять. Скажу вам больше, мы вообще на турнире сейчас на рыцарском этом не на лошадке даже выступали, а на упрямом осле. Вот те раз. То есть представьте себе, рыцарь такой в латах, закованный там щит, пика длиннющая, и при этом он верхом на осле. Ну, нормально что, в принципе. Мало ли, не богат был, все дела. Так, шлем. А у шлем мы новый можем взять, в принципе. Интересно, что это за параметры. Наверное, это защита, а вот это я не знаю, честно говоря, за что отвечает. Но этот шлем мне нравится, в общем-то. Он поприличнее той кастрюли, которая у нас сейчас на голове. Да, эквипмент. Далее, старые что-то там, плейтс, не можем заменить. Щита нового у нас нету. Копья нового тоже нету. Ну, хорошо, хотя бы что-то как-то улучшили. И то ладно. Давайте следующий раунд тогда. Так, теперь, надеюсь, не будет глючить. И... Так, разгоняемся, разгоняемся, разгоняемся. А, мимо. Вот с прицеливанием я, конечно, туплю. Мимо. Ладно, сейчас будет наверняка второй раунд. Надеюсь, с нами все в порядке. Ну, как сказать. Щит нам, конечно, подкорежили. Вроде как. Но в целом мы довольно-таки целые. Хорошо. Итак... Пам! Есть, хотя бы чуть-чуть задели. Что, выиграли? Да, мы его выбили, походу. Отлично. И мы что-то новенькое, по-моему, открыть должны были, да? У нас и денежка-то прибавилась. Ага, можем, кстати, новый шлемак. Ой. Извиняюсь. Новый шлем купить. Может сразу синенький взять вот этот. Он вроде самый такой продвинутый. И он опыт вроде прибавлять даже будет. Хам. За 450. Ну давайте купим. Вот так. В конце концов, голова это самое нам дорогое, как ни крути. Не будет головы, не будет и в целом нас вообще. Так что вот. Ну и айскор этот возьмем. Это, видимо, нагрудник, да. Да, естественно, одеть. У нас осталось 92 монетки. Ну ладно. Хорошо. Я уж извиняюсь за такие тупники. Записываю с браузера, в общем-то, вот так вот. Впервые захватом области экрана, если что. К сожалению... Через OpenGL там или DirectX у меня программа, через которую пишу, не хочет захватывать это, поскольку банально это на флеше. Так что вот так. Ну да не суть. Что же, мы приоделись. Давайте следующий матч еще. Ну и может потом еще один матч. И может быть на самом деле заканчивать данное видео, поскольку особо показывать-то тут в принципе и нечего. Мы вот так вот прокачиваемся, развиваемся, побеждаем. Я, кстати, эту игру сейчас реально запускаю впервые, к слову. Видел просто на нее видео, как ни странно, вчера. Ну и вот решил заодно и вам показать у себя. Вот так вот. Ну хорошо, следующий матч против Пьер Вэлло какого-то там
9-го. Да, кстати, если мы такие проиграем на турнире, то игра, в общем-то, я бы не сказал... Ай, мимо. Я бы не сказал, что игра кончается на самом деле. Фишка в чем? Фишка в том, что просто как бы наш потомок потом участвует в турнире. Так, ладно, продолжаем. Хорошо. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Разгоняем нашего мула. Ну хотя бы в щит ему попали. И то ладно. Так, и то ладно. И денежку нам начислили вроде как. Но при этом бой не закончен. Хорошо, следующий. Следующий. Раунд. Так. Стартовая позиция. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Так. Давай, давай. Вот так хотя бы. А, броньку. Ну, хотя бы задели. Иногда все-таки игра подглючивает при записи. Тут уж ничего не поделаешь. К сожалению. Так что приходится с этим мириться. Но реально вот снизил качество графики в игре. И все сразу лучше стало. Не знаю, с чем это связано. Ай-яй-яй, в лошадь нельзя, в лошадь нельзя. В лошадь это нечестно. Это нарушение правил, насколько я знаю. Так что вот так вот. У него вроде как... Хотя нет, у него уже не ослик, у него походу мул. Да ё-моё, вот почему он вообще не реагировал? Во всяком случае мы его сбили. Хотя, вроде и не самым честным способом, но что поделаешь. Однако у нас бонус победы тут еще какой-то и прочее. Давайте сразу зайдем в магазин тогда. Думаю, нам следует обновить наше копье. Мне так кажется, вот это, например, взять. Дорогое, конечно, но что поделаешь. Так, у нас 157 золотых еще осталось. На новое верховое животное нам не хватит, тем более оно у нас не открыто. На щит тоже. Ну, здесь у нас вроде и так закуплено. И вот шлем. Шлем у нас вроде тоже сейчас пока что самый такой хороший из тех, что мы можем носить, куплен. Ну да. В общем-то, снаряжение нормально. Ну и давайте еще один, как я и говорил, проведем матч, после чего и закончу видео, поскольку реально тут больше нечего показывать, но как убивалка времени, игрушка вполне сойдет. Маленькая небольшая ссылочка будет в описании. Так, разгоняем, разгоняем. Хотя бы вот так. А, хотя бы в щит. Вот у меня странно как-то не получается с этим управляться. С прицеливанием. Хорошо, продолжаем. Так. Кликаем, 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 кликаем. Кликаем. А, видимо, в этой области надо конкретно целиться. Вот в чем фишка вся. Ясно, ясно, ясно. Теперь разобрался. Потому оно особо так и не реагировало. По ходу дела. А, кстати, курсор мыши я вообще никак не могу убрать, уж извините. Но иначе буду кликать, если за областью игры, то ничего вообще не получится. Вот, отлично. Попали таки в этого розового... рыцаря. Level up. Ну, это неплохо. Неплохо, давайте продолжим. Так, charge, marks, present... У него вроде как побыстрее коняка. Ну, хотя бы так, да. Не знаю, попали мы ему в голову или в шлем, сложно сказать. Ой, тьфу ты, в голову или в шлем. В щит или шлем, но он жив еще. Еще не закончились наши соревнования. Так, 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 давай разгоняемся, разгоняемся. И... А, мимо, что-то я... сплошал, и мы огребли. Ах, ясно. Ну, пока что мы живы, это хорошо. Не настолько уж сильно
пострадали. Шестой раунд, вы смотрите-ка. Шестая сходка уже. Так, так, так. Вот так, отлично. Контрольный в голову. Хотя и мы получили тут нехило, но мы выиграли в итоге. Ага. Нам начислили вот еще 300, еще бонус за скорость нам тут дали. Там далее вообще много чего у нас тут может открываться. Так, ползунок. О, смотрите, тут и варварский какой-то, и вообще в конце какой-то Black Stroker, прям вообще жесть, который стоит бешеных средств. В общем, тут реально так, если разобраться, играть не переиграть. Вот, например, тоже новый шлемак за 760. Такой вот с рожками. Забавненький. Да. Ну, как я сказал, все уже на этом. Буду заканчивать данное видео, поскольку, ну, больше показывать нечего. Как я уже неоднократно сказал в данном видео. Да. Ладно, надеюсь, вам в любом случае понравилось. Поскольку игрушка, ну, неплоха, как убивалка времени, и в целом весьма забавная по-своему. Ну и в конце концов, не так часто на рыцарскую тематику и на тематику каких-нибудь турниров что-нибудь встречается. Так что вот так. Ставьте лайки и оставляйте комментарии по желанию. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И всех вам благ, удачи и пока!